В Краснодарском крае в рамках исполнения задач президента разработан проект сохранения лесов. За 3 года на эти цели будет направлено более 185 миллионов рублей. Прежде всего, средства направят на работы по восстановлению лесного массива. Как отметил Вениамин Кондратий, в этом году на территории края посадят 50 гектаров лесов. Это около 80% от площади погибших и вырубленных деревьев в прошлом году. Также на Кубани утвержден региональный проект «Качество питьевой воды». В его рамках модернизируют системы водоснабжения, а также построят новые очистные сооружения. Уже к концу этого года в крае возведут и реконструируют порядка 20 километров водопроводных сетей.